Здравствуйте, друзья! Это Анапа, и сегодня у нас 20 мая. Почему 20? Я постоянно говорю 20, хотя сегодня уже 21 мая 2019 года. И сегодня я проведу обзор газеты «Одену очки». Это обзор газеты «Все для вас» от 20 мая. И мы сегодня смотрим здесь объявление о продаже квартир. Я уже предварительно посмотрел, сделал кое-какую выборку. Вот. Вообще, если честно, мне кажется, вот я бы не советовал людям покупать квартиры и выбирать их по газетам. Потому что, ну, наверное, 99% всех объявлений о продаже квартир и домов в Анапе и в Анапском районе — это объявления от агентств недвижимости. Ну, а это уже сразу. Но зачем переплачивать достаточно большие деньги за продажу квартиры, за покупку квартиры? Я вот сам продавал в Чите, тоже через агентство недвижимости, вот, и за, то есть мой покупатель переплатил 60 тысяч рублей. Вот. Это только вот как бы цена квартиры. А еще за его счет, значит, делались все документы. Ну, так я условия поставил. Вот. Поэтому я думаю, это вот не стоит этого делать. Зачем переплачивать? А бывает, что и гораздо большую сумму агентство берет. Поэтому ищите квартиры другими способами. Ищите собственников, выходите на них через сайты какие-то. Вот. Вот в этой газете, вот в данной газете, вообще практически объявлений от собственников нет. Кое-где есть написано «собственники», «собственник», там «хозяйка». Вот. Но я провел анализ, посмотрел, и оказывается, что все эти собственники продают квартиры не одну, а номер телефона у них один. Вот. То есть, ну, я считаю, что это тоже, ну, или работник агентства, или само агентство вот таким хитрым способом тоже пытается продать квартиры. Я сделал какие-то пометки. Вот у нас вот так вот пишут: стоимость жилья на этой неделе, минимальная цена, максимальная цена, можно, я думаю, здесь рассмотреть. И потом пишут еще кое-где цену за квадратный метр. Ну вот так вот. Я буду смотреть только Анапу. Продаю в Анапе. Начинается объявление с комнат. Ну, мы комнаты не будем рассматривать. Просто вот интересное такое объявление. Я боюсь, что газету меня может унести. Бегать придется за ней. Как же бы тогда расположиться-то? Вот. Отличная квартира, студия. 86 квадратных метров с ремонтом на втором этаже. ГСК по улице Ивана Голубца. Ну, это продает тоже агентство, 850 тысяч рублей. А ГСК — это гаражно-строительный кооператив. Вот это вот и показалось мне интересным. Ну, что здесь еще? Ну, вот однокомнатная квартира такая вот. 47 квадратных метров, второй этаж четырехэтажного дома, улица Солнечная. 1 800 000. Солнечная — это Алексеевка. Вот это вот тоже, я здесь что-то поставил знак вопроса, продам однокомнатную, 38 квадратных метров, улица Западная, район школы, третий этаж, хорошая отделка, индивидуальное отопление. Вот. Улица Западная, просто я не знаю, где она находится, эта Западная улица. Так, тут тоже студия, ну, тоже что-то я поставил. А, просто меня засмущало номера телефонов, они тоже одинаковые. Вот,
0318 заканчивается, 0318. И я тоже понял, что это тоже агентство таким образом хитрит. Вот. Однокомнатная на улице Крестьянской, 27. Третий этап, 36,6 квадратных метров, кухня 9,5. Седьмой этаж 13-этажного дома, черновая отделка, газовое отопление. 1 960 000. Ну, Крестьянская – это ЖК «Лазурный». Но я бы там тоже не советовал, потому что там так плотно застроили, что это вот уже сразу видно, что это очередное гетто возникло. Ну, гетто – слово, не смущайтесь, не обижайтесь. Это, в общем-то, так. Говорят, ты сам живешь в гетто, сам живешь в гетто. Я-то живу не в гетто. У нас хоть и многоэтажные дома, да, ну сколько у нас там, 12 этажей, да, и в каждом доме по 120 квартир, и один дом у нас сдвоенный, там 240 квартир. Вот. Конечно, да, тесновато, особенно очень мешают автомобили. Так-то двор бы был нормальный, если бы его сделать по уму, там, именно для людей. Но у нас же дворы делают для автомобилей, поэтому все позаставлено. Вот это очень плохо. Продаю однокомнатную квартиру, 32 квадратных метра. Так, 10 этаж 16-этажного дома, ремонт, мебель, красивый вид на море. Вот, магазины, рынок, Красная площадь. Ну, просто где Красная площадь и где море? Я понятно, там с какого этажа? С 10 этажа, ну, может, как краешек моря и видно, конечно. Вот. Потом я сделал вот такие пометки, вот буковкой Х, то есть хозяин. Вот. Ну, они тут пишут тоже, что 43,2 квадратных метра, однокомнатная, цена 2 387 000. Вот. Но потом увидел, что этот человек многовато слишком дает объявлений. Вот объявление. Ну, это немножко другой хозяин. Ну, вот и вот этот прочтем. Однокомнатная квартира, 34 квадратных метра, кухня 9,5, спальня 15 квадратных метров, жилой новый дом, квартира в хорошем ремонте, спальный развитый район, пляж всего в 20 минутах ходьбы, собственник. Вообще, вот я удивляюсь, как объявления не почитаешь, у всех или 5 минут ходьбы, или 10, или 20. Вот, 30 никто уже не пишет. Вот. Я хочу, друзья, сделать специальную карту. Вот. Мне сейчас нужно просто купить карту Анапы. И я сделаю такую карту именно вот пешей доступности каких-то объектов. Ну, я уже придумал, как это сделать, так что я это скоро воплощу. И я всех этих буду разоблачать. Вот. Так, продам двухкомнатную квартиру. Улица Шевченко, центр. Квартира 70 квадратных метров. Комната раздельная, кухня. Кухня 25 метров, ого, гардеробная, ремонт, мебель, четвертый этаж. Тут вот 4 650 000. Вот, о как. Ну, возможно, возможно. Трехкомнатные. Максимальная цена 2 360 000, вернее, минимальная, максимальная 13 миллионов. Средняя цена 55 400 рублей. Продается однокомнатная квартира 39,7. Так, с ремонтом, установленной сантехникой, застекленной лоджией, плита, раковина. Вот зачем люди вот это пишут? Ну, плита-то, раковина, ну, это у всех уже. До моря 500 метров. Первая береговая линия 2 360 000. Ну, возможно. Ну, я не знаю, конечно. Вот, потому что однюшка маленькая и цена такая, ну если море рядом, то оно, может быть, того и стоит. Продаю трехкомнатную квартиру. А, я уже трехкомнатная, да, пошел? Так, а где у нас? А, да, трехкомнатная, да, у нас.
61 квадратный метр, на втором этаже пятиэтажки. Ремонт косметический, балкон 6 квадратных метров с выходом из комнаты. Две комнаты смежные, 3 миллиона 650. Тоже, я думаю, такая реальная цена, без обмана. Вот. Еще трехкомнатная, но здесь у нас опять тот же товарищ. Он и трехкомнатные продает, и все с одним телефоном. Ох, какой я жук. Теперь дома. Минимальная 2 миллиона 800, максимальная 35 миллионов и средняя цена за квадратный метр 54 800. То есть, видите, друзья, получается, что квартиры у нас двухкомнатные, трехкомнатные, в среднем у них цена больше, чем за квадратный метр, чем в домах. Ну, прошу так обратить внимание. Ну, я вот... Танхаус кто-то продает на улице Пионерский проспект. Странно, улица Пионерский проспект. Ну, проспекты есть. Площадь 75, двухэтажный. Все коммуникации центральные. Закрытая территория. Санатория Парус. До моря 15 минут ходьбы. Ну, это, конечно, реально. Но 5 миллионов, пожалуйста, как с куста, как говорится. Вот. Еще один дом. В районе центрального рынка. 10 соток. Фруктовый сад. Ком. Ну, коммуникации, что ли, все. Тут есть такой телефон указан, просто звоните. Я думаю, тоже это вот реальный человек какой-то продает. И тут ниже еще и на Терской. Я думаю, можно рассмотреть. Вот. Теперь, друзья, еще один момент. В Анапе еще люди живут в гаражах. Вот. Ну, в гараже можно жить. Единственное, что там нельзя прописаться. Так вот, смотрим. Итак, гаражи. Минимальная 450 тысяч, максимальная 2 миллиона 900. Вот, и смотрим, вот я тут отметил. Итак, гараж, двухэтажный, ГСК 12, 75 квадратных метров, подвал 27 квадратных метров. Ну, это, видимо, включено. Телефон указан, и 850 тысяч рублей. Еще один, смотрите. Утепленный, двухуровневый, с цокольным этажом, жилой гараж, полностью сделан для комфортного и полноценного проживания. Общая площадь 56 квадратных метров, интернет, триколор, отличный вид на море и город. До моря 200 метров, ну это вообще, это супер. Ну, миллион стоит, 999 тысяч. Вот еще какой-то гараж двухэтажный по улице Владимирской. Тоже жилой. Ну, я думаю, видно. Итак. Ну и, в общем-то, что у нас там еще? Ну и все, друзья. Вот, вот такой был обзор газеты. Кому понравилась эта рубрика, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте значок, отмечайте значок колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих новых видео. Комментируйте, задавайте вопросы, ругайте. Также читайте описание и видео, которые я даю вам в конечных заставках и по подсказкам. Ну все, я думаю, на сегодня это снято, и до следующих встреч.